Как всегда, всем здравия богатырского, друзья. Приветствую на канале. Сегодня опять выбрался на речку, на свою, на микроречку. Будем брать реванш у щуки. Конечно, реванш не реванш. Сегодня буду пробовать разлавливать вот этот новый воблер. Как я его назвал, и Саня. Воблер от Сани будет. Ну, кто еще не в курсе, это дочерние, совместные, как его назвать, предприятие Биркинга. Копия на Дово Реале сотку. Вот таких у них новые расцветки там появились. Будем пробовать его. Погода пасмурная. Так, и что-то у меня тут произошло, не понял, ладно. Погодка пасмурная, два дня стояла жарище неимоверное. Сегодня вот чуть-чуть хоть подотянуло. И обещают дождик. Машину оставил все на всякий случай подальше. Не стал сюда ехать. Вода не успевает очиститься. Два дня солнце, два дня дождь. И так вот уже на протяжении больше, чем месяца. Такая петрушка. Так что будем опять кислотой пробовать. Натуралки что-то в этом году здесь, на этой речке, вообще молчат. Не мудрено. Водичка грязнищая. Ладно, буду ловить. Что поймаю, как говорится, покажу. Не переключайтесь. Сошел шпаненок на второй проводке. Разловил я воблер этот. Ну там вообще был карандашик. Ну опять, как всегда, дал слабину, пока камеру включал. Ну ничего. Ничего страшного. Взял просто на коротке, тут не успел с ним. Ну сошел да сошел. Ну. А может быть, говорю, я не знаю, я. О, поводок-то весь погнул. Мелкий паразит. Вот наоборот. Что-то мне сомнения вот в этих крючках, которые загнуты сильно вовнутрь. Ну, сейчас посмотрим. Что-то. Не, ну может сам просто слабину дал. Ладно. Будем продолжать. Начало положено. Не с первой, но уже со второй проводки воблер был разловлен. Меня тут снова в мире животных. Вот они с берега вышли и плывут ко мне. Повыросли уже чертята. Видать, их кто-то кормит. Идут к людям. Не народ, у меня нет ничего. Опа, первый пошел на разворот. Прям услышал, что у меня нет ничего. Так, идите, а то вы мне сейчас опять под заброс будете становиться. Перешел немножко в другое место, что там после этой поклевки вообще. Быстрая поклевка, хоть и не первая. А потом тишина. Ну что вы сюда плывете? Вот что вы сюда плывете? 7. Это какой-то. Это, наверное, второй. Там побольше было. Или уже. Давай, проплывай. Подвыросли хорошо прям чертята. Не, ну вы либо вперед, либо назад. Че вы тут? Ладно, ну их в баню. Вот сейчас плавать у меня перед носом. Короче, чую это. Половил я. Стоят, я кинул воблер, они на него кидаются. Ну что, идите отсюда, пока кого-нибудь не поймал. Не-не-не-не-не-не-не-не, ребята. Это не еда. Вы чё? А ну брось отсюда. Вот. Ой-ой-ой-ой. Так, идите отсюда, все. Идите. Да, ручные стали, еще комары тут кусаются. Лучше бы рыба так бы плавала, чем это. Идите отсюда. Ну что, мне теперь уходить от вас? По ходу дела придется мне сваливать. Они мне так не дадут ничего сделать. Ловим уток на воблера, да? Да.
Так, ладно, пошел и в другое место. Походу, дело половил я тут. И не бояться, глянь, а. Идите отсюда. Мать в стороне. А эти, блин, бандиты. Ну, видать, кормят их тут хорошо. Людей не боятся. Ладно, все, пошел я в другое место от них. Не, ну это место никогда шнурками не обделяет. Мелочь пузатая. Что, чем ты клюешь? О, все, ликвидировался. Стоим. С второго заброса. У меня этот воблер в этом году вообще поражает. Ну, ловит именно только на этом месте. Не знаю почему. И другой ничего на этом месте, блин, не клюет. Странное явление. Я был тут недавно. Опять на него же. Я не стал ничего выкладывать. 730 грамм. Здесь взял щучку. Вот они опять. Да ну вас нахер, а? Идите вы отсюда. Опять сейчас половить не дадут. Прости, Господи. Что с ними делать? Ну, не дадут половить. Опять. Ну что это? Тихо, 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 Вася. Это таких вот тут Васьков. Я же тут промежутками закидываю, пока эти. Черт, там парень стоит, ловит. Вот они на его поплавок бегают, а потом ко мне выбегает за воблером. Это что это? Тут вообще два раза, блин, полтора. Живет такой. Ну, ждем, ждем. Говорю, я в тот раз тут более-менее поймал щуку. Будем подождать. И ничего, вот только вот этот цвет орбит здесь ловит. Больше ничего. И только здесь он ловит, в другом месте он не ловит. Я не понимаю, как так. Ладно, все, будем сейчас отпускать. Отцеплять, отпускать. Потому что, блин, закровил бедный, но я думаю, отживет он там чуть-чуть. Когда прыгал, дергался, зацепился, шуранул. Мне так не дадут, наверное, спокойно сегодня половить. Ну что-то там вот на середине, они сейчас так с воды шуганулись на берег. Видать, кто-то там сидит. И там подальше сейчас, прям в кушерях хороший плюх был. Ну что, будем ждать, может еще будут выходы. Ну что, все, опять. Тут на этой речке, ну часа два может есть, на рыбалку может чуть побольше. Солнце встало, все, я за часы поглядел, я прям уже по солнцу, наверное, завершаю эту рыбалку. Плюс-минус 5 минут. Ну потому что, ну что, уже перестает рыба клевать, да и становится слишком жарко. В очередной раз. Синоптики наговорили. Солнце вышло, хотя обещали дождь. Ну, не знаю, за что они там действительно получают деньги. Ладно, что, порыбачил. Руки рыбы воняют. Не каждый раз коту творог. Ну, все равно, что. Все, не дома сидеть. Все, побыстрее время пролетит. Остается чуть больше месяца до планированной поездки на Ахтубу. Ну, надо это... сноровку не терять, так что каждый выход на рыбалку, хоть и пустой, это все равно идет зачет. Сноровку не теряешь, и наоборот, новые что-то, опыты приобретаешь. Так что грустить не будем. Без рыбы, да без рыбы. Не за ней ходим, за удовольствием. Ладно, на сем будем прощаться. Как всегда, всем больших, огромных трофеев, огромного здоровья богатырского, и не хвоста, ни чешуи. Всем пока.